Итак, всем привет! Сегодня 8 декабря. Far Cry 4 выпустил в патч 1.5.0. Размер обновления составляет 675 мегабайт. Что же нового в нем? Формат изображения 21 на 9, русский текст и субтитры. Наверное, для всего мира. Добавлена функция помощника при стрельбе. Можно добавлять через не только через Uplay своих друзей, но и через Steam. Надо будет проверить. Исправлены всякие настройки управления, графики, по-моему, это интерфейс браузера, наверное. Также это UI, тоже интерфейс, NVIDIA Graphic Preset, ремонт. То есть убран Preset NVIDIA с настройки графики. И также увеличили производительность при стриме. После обновления вы увидите 1.5.0 в левом нижнем углу. Ждем загрузки и посмотрим, что будет нового. Если будет что-то глобальное, запишу отдельное видео, что добавили, что убрали. Может, лаги убрали. Было бы неплохо. Ладно, ожидаю. Всем спасибо.